Привет, дорогие друзья, меня зовут Николай, я рассказываю про криптовалюту и разные новые проекты. И сегодня видосик посвящен самым топовым и самым главным профитным проектам, которые выйдут в этом году, будут листиться в этом году, и которые обязательно, вот ни в коем случае нельзя упустить. Поэтому вы залетайте под видео в описании, там еще закреплены комментарии, будут ссылочки на все игры-кликеры. Там их очень много, сразу же предупреждаю, поэтому нужно набраться терпения и перейти во все. Обязательно потратить на это время, можно не сразу же, но потом обязательно это сделать на заметку себе, потому что очень многие игры-кликеры, во-первых, вам зайдут, раз, второе, понравится. Третье, дадут реальный качественный профит и листинг уже у них будет ближайшие месяцы, ближайшие полгода. Это очень важно, да? Ну и, конечно, подписывайтесь, там вверху будет ссылочка на телеграм-канал, там я скидываю тоже игры-кликеры. Просто как видосики, я много не объясняю, там просто пишу, какие проекты, что стоят, какие у них там плюсы, бусты и так далее. Хорошо, ребят, поехали. Первый – это Блум. Как мы все знаем, это децентрализованная и централизованная биржа вместе. Они придумали, короче, свои токены, и что они делают? Они делают движуху, типа позволяют майнить их внутренний токен. Он называется Блум. Интересный факт в том, что здесь можно приглашать друзей, за них тоже получать можно какой-то профит. Далее, здесь есть задание. И, конечно, она достаточно серьезна, именно по шумихе, по комьюнити уже очень достойно развита. Погнали дальше. Есть такая тема, The Rocket. The Rocket, значит, смотрите, зарабатываем 500 тысяч монеток, меняем их на одну ракетку. Они пишут, что сейчас на пресейл, премаркет, они стоят примерно $120 за одну ракету. Получается, мы намайним 500 монеток и сразу же в приложении можем обменять на одну ракетку. Козлина не загружается. Ладно, еще раз попробую. Но суть такова, что я уже наманил одну, сейчас уже вот-вот будет вторая. И по сути за несколько дней, даже за неделю, наверное, уже получилось заработать первые $120. Сейчас будет вторые уже $120. Ну, короче, этот проект, он уже тоже, у него есть дорожная карта, когда будет листинг, что он уже скоро, и то, что все уже подходит к тому, чтобы набрать оборот, набрать суету. Далее, TapSwap. Смотрите, ребят, сразу же скажу. По нему, по TapSwap, нужно торопиться, потому что сейчас уже, я думаю, у них финишная прямая. Правда, они не особо прям хотят говорить, орать то, что вот сейчас мы, соответственно, давайте выводите быстрее все, и будем мы зарабатывать, вот будем мы листиться или так далее. Но они уже включили биржу, они уже включили в 2x больше можно майнить. Это, соответственно, очень многие здесь плюсики есть уже раскачаны, поэтому нужно торопиться, чтобы в нее зайти обязательно. Вот я на улице, у меня тут собаки лают. А что бы на улице не записывать видосики, если такая погода? Вот сами подумайте, согласитесь? Ну, прикольно, да? Вот. Ну, а собаки лают они, потому что на самокатчиков обычно так делают. Короче, Hamster Combat вообще даже не обсуждается. 30 миллионов человек комьюнити. Свой мерч. Самая, наверное, бурно развитая, наверное, бурно и далее растущая, да, игра кликер в Телеграме. Здесь важно прибыль сейчас заработать с помощью вот этих показателей, которые здесь мы прокачиваем. Даже здесь есть очень много крутых заданий. Например, прибыль за тап нажимаем 3 раза и вводим ежедневные шифры. Я вам буду скидывать в Телеграме каждый день ежедневные шифры. Вообще буду стараться на каждую игру, если появляется какой-то новый буст или новая тема, где можно заработать, я тоже буду в Телеге скидывать. Также здесь можно уже подключать кошелек, также каждый дневные и ежедневные награды ты можешь собирать. Ну и, соответственно, очень много разных приколюх здесь тоже есть. Поэтому, ребята, тоже залетайте и не проспите. А те, кто вообще не майнит ни хрена, я вам не завидую, потому что завтра будете кусать локти, я в этом убежден, уверен. Ну как с ноткоином, я многим, кстати, я человек 15-20 скинул, и так у меня зубы аж скрипели от того, насколько я с людьми, ну где-то не общался, каким-то, да, друзьям, там, кому-то знакомым выслал, они прям, о, классно, давай поиграем, ну, играли со мной вместе, и, типа, и мы еще общались на эту тему с ноткоином. Я иногда сейчас захожу в кошелек, цена, правда, его упала, ну, неплохо, все равно, я считаю, что за пару месяцев заработать около 70 тысяч, это классно, я считаю. Вот, и что касается друзей, да, я им говорил про ноткоин, и они такие потапали, а многие, я многим скидывал, они вообще заскамили это все, сказали, да это все херня, это лохотрон, ты куда лезешь, ты что меня зовешь, ну, короче, такую движуху обсуждали мы с ними, и я такой, а, блин, братан, ну, извини, не шаришь в крипте, ну, и ладно, и в итоге, как бы, они сами слились, и все, как бы, даже не подключились, даже не зашли внутрь, подумали, что я вообще шляпу им какую-то предлагаю, а оказалось, я заработал на этом, и они могли. Мои друзья, кстати, моя подруга заработала где-то тоже сумму в 70 тысяч, еще одна где-то 50, другая 35, я им всем сейчас объясняю, что вот это будущее, это возможность, но, опять же, я говорю, что не нужно ждать от этого пипец грандиозных денег, но при этом на этом можно заработать, если выполнять бусты, приглашать друзей и максимально, ну, к этому серьезно относиться. Я думаю, то, что эта темка может сработать. Так что, опять, залетайте в описание, залетайте в телеграм-канал, я вас там жду. Каждый день что-то буду показывать вам, скидывать. И я с вами на связи всегда. Буду обязательно рассказывать в видосиках и в переписке там, в Телеграме, как вывести деньги с той или иной биржи обязательно. Так что, ребята, давайте с вами на связи. С вами был Николай. Всем пока.